все-таки умеет Антон представить человека. Говорит, ну, вместо Коломенского. Приятно, конечно. Слушайте песни Валенки, как говорится. Сегодня мы собрались, чтобы петь песни дорогого Владимира Исааковича Ландсберга. К сожалению, не все из нас с ним пересеклись по-человечески. Но песни поем и слушаем совершенно все. И в моем поколении это очень распространено. И сегодня у меня замечательная возможность слушать песни очень долго. Поэтому не будем откладывать в долгий ящик начало концерта. И я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену первого участника сегодняшнего концерта. Говорят, скорее физика, чем химика. А еще, я уверен, большого лирика. Врут? Все врут. Александр Бобков. Все-таки я химик. Я просто работаю в физическом институте, поэтому, видимо, такая байка откуда-то пошла, не знаю откуда. Да. Нет, все-таки химик. Из подвигов на Неве Ландсберга мне однажды случилось петь со сцены «Зеленый поезд» Ландсбергу. Я не знал, что он сидит в зале. Мне повезло. Из тех песен, которые пришлись на меня, получился такой срез, может быть, за исключением последних песен Ландсберга. Звон на улицах и в скверах, на дорогах тает снег, и шагают гулливеры вдоль широких бурных рек. По морям и океанам гулливеры ходят вброд, эти великаны на буксире целый флот. Плывут фрегаты по волнам, а мы глядим. Обидно нам, что годы детства, годы странствий не вернут. А мимо мели и плотин летят десятки бригантин. Лошатые весны, большие корабли торопят дальний путь, но напрасно мы вздыхали, с грустью глядя на ребят. Гулливеры нам сказали, принимают всех подряд. Так зачем же стало дело? Мы скорей, скорей, скорей снарядили каравеллы в озорной весенний рейс. И вот они несутся вдаль, а все-таки нам немного жаль, что годы детства, годы странствий не вернуть. А мимо мели и плотин летят десятки бригантин. Лошадые весны, большие корабли, это дальний путь. Если вдруг сугробы снега отряхнули с крыш дома, и смеется солнце с неба, значит, кончилась зима. Если мчатся каравеллы, под собой не чуя дна, если всюду гулливеры, значит, в городе весна. Значит, в городе весна. Это Ландсберг на стихи Татьяны Климовой, она же Мазилкина. Тонкими мазками осторожно раздувая ветер, разгоняю воду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город. Но не погода, я сегодня занят, я художник, я рисую город. Слякоть и дождь, вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. В сером плаще, это я за углом, сыро и холодно, что ж ты мелешь? Мокрые антенны содрожали, фонари под тяжестью дождя согнулись, греются на кухне горожане. Прячься от печали, с пылых улиц греются на кухне горожане. Прячься от печали, слякоть и дождь. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. Глупо, наверное, я все об одном. Ты же решила, ну что ж ты имеешь? Может, я нарушу все на кухне.
И весна смеется, а не осень плачет. Хочешь, нарисуй солнце утро, только в жизни чаще все иначе. Хочешь, нарисуй солнце утро, только в жизни чаще слякоть и дождь. Раздувая ветер, разгоняю вот. Я сегодня занят, я художник, я рисую город. В непогоду лучшего, конечно, солнце, утро. Только в жизни чаще слякоть и дождь. Только в жизни чаще слякоть и дождь. Шепчутся деревья, пламя неба лижет, впереди далекий путь нелегкою тропой. Брось свои печали, лучше сядь поближе и еще раз песню ту пропой. Может, просто больше не бывать такому, может, просто мы с тобой немного на войне. Сверим наши струны, новый мой знакомый, чтобы быть уверенней вдвойне. Слушай, скажи мне, верно ли я пою песню, что сегодня ты мне дал с собой. Может, мне случится сочинить свою, чтобы с нею тоже и в путь, и в бой. Вроде бы недавно рядом мы сидели и из одного с тобой хлебали котелка. Но легли между нами версты и недели, и минута эта далека. Пусть сжимают сердце горечь и досада, пусть еще осталось много неотложных дел. Все же ты однажды сделал то, что надо, просто за собой не доглядел. Но в дороге дальней в лихом бою песню, что ты дал мне, я ношу с собой. Я теперь сегодня сочинил свою, с нею тоже можно и в путь, и в бой. В ней грустят гитары, в небо рвется пламя, в ней слова простые и бесхитростный мотив. Ты еще, дружище, прошагаешь с нами все, что не успел тогда пройти. Снова на привале круто чай заваришь, и тогда мы в отблеске закатной полосы сверим наши песни, старый мой товарищ, как свеют главные часы. Слушай и скажи мне, верно ли я пою, помнишь эту песню ты мне дал с собой. Я тебе сегодня подарил свою, с нею тоже можно и в путь, и в бой. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Я тебе сегодня подарил свою, с нею тоже можно и в путь, и в бой. Печали золотистых листьев говор, на сером небе золотые купола, и нет цветов других и золота другого, а то, что есть, не совершенно, совершенно ни к чему. А-а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 . А что мечта твоя, а вот как раз иду, везде ищу, и это выглядит забавно. Ее где ждут, едва не в будущем году, где говорят, что, мол, была совсем недавно, и не понять уже, что прав, что вранье. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А что любовь твоя, а что моя любовь? Вот видишь дом, но он без окон и без крыши, он трехэтажный размалеванный лубок, где обнаглевшие кота хоронят мыши, а кот живой, и это видно по усам. Ну а надежда, а на что она годна? На газете мельче или, может быть, не очень, а проще выпить эту горькую до дна и, наконец, оставить маленький кусочек, а в
впрочем, лучше подарю его и тебе. И что ж ты думаешь об этом, обо всем? Они так бьются в прутья клетки, мысли бьются. Ну, понимаешь, это все какой-то сон. А кто сказал, что никогда мне не проснуться? Ей-богу, кажется, что все наоборот. Тишина, и куда глаза не пят, все пески вокруг. В тишине крест качается, скрипя, на сухом ветру. Раз на дню одиноко фыркнет конь, встретив пеший. Кличет Бог, ну, крестяты, кто такой? Я ешу. Пешеходы распятого Христа тычут лапами. У Христа в круглой баночке треска, слюнки капают. Когда жди, палестинские дожди, редко едем. До чего же, однако, мы дошли, Павлик, Петенька. Две дорожки скрестились у креста, нелюдимые. Нас друзья ждать решили перестать, и любимые. Как тут быть без толпы, без жадных глаз, голосов ее? У креста собачонка улеглась, философия. Ах, Пилат, ты скорей меня казни, лишь ладонь содни. Вознестись неудобно, черт возьми, третий год не ври. В голове чертовщина, хоть кричи, мысли страшны, а толпа пожирает куличи, яйца хороши. Большое спасибо. Александр Бобков начал наш сегодняшний вечер. По-моему, мы с Антоном забыли сказать одну довольно важную вещь. По мере возможности, пожалуйста, отключите свои мобильные телефоны. Ну, хотя бы переведите в какой-нибудь беззвучный режим. Я понимаю, что звонки бывают достаточно важными. Продолжит наш вечер замечательный, я уверен, дуэт. Я уже вижу, что дуэт замечательный. Татьяна Купрашевич, Ольга Станулевич. Татьяна – представитель и один из руководителей издательства «Русское слово». Все так и есть? А про Ольгу, пожалуйста, дополните. У нас что-то весна сегодня образовалась. Пришла по улице, и было тепло. Первый день так прям уже повеяло, так хочется. А тут как раз и песня про весну. Одна из самых любимых. Ну, мы споем вам ее как умеем. Где-то мы стали сверять то, что мы поем с авторским текстом. Мы немножко путаем некоторые слова. Ну, простите, если мы что-то... Пару слов, да. Мы будем стараться не спутаться. Не скажу, какого лиха ради, цели в самом деле не ясна. Весь огромный город лихорадит, безалабернейшая
весна. Весь огромный город лихорадит, безалабернейшая весна. Я со спячки потянусь к котомке, в январь, подружка, не свисти. Эх, чужая ли весна, потёки, дай своей конец концом свисти. Эх, чужая ли весна, потёки, дай своей конец концом свисти. Мы давно в затылках не чесали, хоть до них-то нам рукой подать. Новый счет пока идет часами, но конца как будто не видать. Новый счет пока идет часами, но конца, ей-богу, не видать. Не скажу, какого лиха ради, или в самом деле не ясно. Мой огромный город лихорадит, безалабернейшая весна. Мой огромный город лихорадит, безалабернейшая весна. Короче, подпевайте, не знаю. Известные всем со студенческих своих лет. Слепой закат догорел и замер, и вновь в худобу клиня свою. Зеленый поезд виляет задом, а я с моста на него плюю. Кому на север, а мне налево, и чертыхаюсь я каждый день, что держит дома меня холера. А может, дело, а может, лень, что держит дома меня холера. А может, дело, а может, лень. Взлет самолет пузатый, пуча мотор, метель тяжело. Планета вновь повернулась задом, кому случайно, а мне назло. А я не гордый, я просто занят, я с газом к земле прижат. Слоем пыли на чемоданах мои намерения лежат. И слоем пыли на чемоданах мои намерения лежат. Вода сердито грызет причалы, чего-то мало, чего-то жаль. А я скептически жму плечами, поскольку надо ведь чем-то жать. Грызите локти перед разлукой, ловите чепчики на лету. Я занятой и с улыбкой глупой, я провожаю свою мечту. Я занятой и с улыбкой глупой, я провожаю свою мечту. Кому на север, а мне налево, и чертыхаюсь я каждый день, что держит дома меня холера. А может, дело, а может, лень. Чего мне мало, куда мне надо, в какие северные края. Зеленый поезд виляет задом, плетясь, как дура, судьба моя. Зеленый поезд виляет задом, плетясь, как дура, судьба моя. Лаба-да-ба-дам-та-ба-дам-та-ба-дам. 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 Лаба-дам-па-б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 а
Дуэт «Сыроежки». Такое легкомысленное название, такое глубокое исполнение. Замечательно. Продолжает наш концерт представитель города Смоленска. Нам очень приятно, что нас поддерживают регионы. Алексей Веремьев. Другий голос.
осталась работа, на которой я работаю. Некоторое время. Сомнений и истин, болячки души впереди, и самые лучшие листья, наверное, еще впереди. И что за досужие сплетни? Откуда такие взялись, что вон, мол, желтеет последний тобой недописанный лист. Идем себе вдоль времени реки,
бы круче, то положе, и наши женщины становятся моложе. А мы 17 все так же старики. Река осенняя, туманная река, мила зима, да лед то треснет, то подтает. Милей весна, да жаль мосты с пути сметает. Лишь летний брод, да не видать его пока. Не выше пояса забвенья трава, как друг от друга нас дела наберегали. А мы идем себе своими берегами, и друг от друга глаз не можем оторвать. Ясно, ты истрепалась, виделась, да пропала глупость, тлен, суета. Знали, но вечера все же латали парус, перестилали палубу и кренговали борта, будто сдирали маску благостного упадка. Нянчили, как подранка, вынесли к мечте. Ясно, не та оснастка, верно, не та осадка, может, не та осанка, да хозяева те. Что ж вы слезу по нас, мол, мы вам с какого боку? Ночи со щек и с носа, душных приличий грим. Смех ваш нас бил не на смерть, да и слава Богу. Может, когда вернемся, там и поговорим. Может, когда вернемся, поговорим. Простаивать фраги, и все, а конечно, лишь те, что да нельзя сносили. Но праведно светил, прослу, что простаивать фраги, и все, а конечно, лишь те, что да нельзя сносили. Все будет, как было, да тлеешь, сам не заметишь. Просыпаться
колеса совсем зарастают травой. Куда друг от друга нам деться на этой планете? Вот видишь, колеса совсем зарастают травой. Вырван из сердца, руки деревьев нежно сплелись в медленном танце. Хоть скажи мне, желтый лист, с кем я расстался? Ты хоть скажи мне, желтый лист, с кем я расстался? Тянется улица лентой кривой, просто и странно. Пятна дождя на сухой мостовой, запах тумана, а тротуары потоки людей мимо проносят. Тихо на север катится день, катится осень. Тихо на север катится день, катится. Когда мне будет 50 плюс-минус, я приду к тому, с чего не сдвинусь, и скромно окопаюсь на виду. С десяток строчек, высекши навеки, я нарисую шашечки на деке и ключиком пружинку заведу. Пускай себе подсчитывает мосту. А к вам явлю всех толще и мастите. Спою не все, а вы мне все простите. За нечто легендарное любя, и буду петь, хрипя и уставая, и в зал смотреть своих не признавая, не узнавая где ты себя, прошедшего, отцветшего себя. А если протяну еще немного, то, отрешаясь от всего земного, помимо пищи, пенсии и сна, мешая мудрость с немощью мыслей, я без напения к суете причислю. А суета кому нам нужна? Она ж поди не стоит ничего. А пока что мне плюс-минус 40, и важен каждый вздох ваш, каждый шорох, и похвала, и честная хула. Разговориться так порой сложно, зато потом расстаться невозможно. Такие вот забавные дела. Спасибо. Алексей Беребьев, город Смоленск. Моя мама мне сказала, что я очень долго иду к микрофону, а смогла она сделать мне это замечание, потому что благодаря Игорю Белому и коллективу магазина «Гиперион» идет прямая трансляция на сайте hyperionbook.ru и в группе Facebook. Я это сказал не только, чтобы похвалить
и замолвить словечко за Игоря Белого. Игорь, спасибо, правда. Вот. Наш звукорежиссер, кстати, сегодня Игорь Белый. А кроме того, я хотел вам сказать, что если у вас есть родственники, которым, или друзья, которым может понравиться то, что сегодня здесь происходит, а прийти они не могут по тем или иным причинам, то можно им скинуть ссылочку, на секундочку включив свой мобильник. А на сцену я приглашаю профессионального музыканта, человека, уже хорошо известного постоянным посетителем этих посиделок, вроде меня, Алина Михайловская. Закончили. Это вот можно было сказать. А вот то, что я профессиональный музыкант, вот это не было. Было, правда? Мало ли настолько непрофессиональных музыкантов. Не, я все забыла. Возмущение или от удовольствия? Я принесла артефакт. Я думаю, это есть в доме много у кого. Но у меня это действительно артефакт. У меня есть сейчас шкаф, заставленный книгами по авторской песне, вот целый шкаф. Вот эта книжка была в нем первой. Она была подарена, здесь написано, в день, когда мне исполнилось 13 лет, так говорили. Раньше помогали микрофоны. И вот книжку мне тогда подарил не автор, но автор тогда за несколько дней до этого у нас в лагере был, и был его концерт. И обе песенки, которые я спою, я помню с того концерта, то есть помню с 13 лет. Одна из них, правда, довольно своеобразная, она по мотивам, вот, по мотивам книжки Александра Грина «Корабли в Лиссе». Поэтому вот тот, кто книжку не читал, для того она, наверное, будет мимо немножко. Битбой. В последний наш вечер удачливый битбой, скажи, кто отмечен удачливой игрой, чей путь не знал сомнений, кто молод, но бывал, кто нам тебя заменит, кто нам тебя заменит, кому отдать штурвал, ла-ла-ла-ла. Кончаются сходни, кончаются слова, и ветер сегодня тугой, как тетива. Поверьте, все иначе, та истина грустна, за все мои удачи, за все мои удачи заплачено сполна, заплачено сполна. Но только не надо прощаний и молитв, причал мой неназванный, сердце не болит. Лишь солнечные нити сквозь тучи впереди, и вы меня не ждите, и ты меня не жди. И все же ты светил удачливый битбой, последний наш ветер, уходим мы с тобой. Друзья, не обессудьте, прощай, беспечный лис. Назло врагам и судьбам, назло врагам и судьбам, мы с якоря снялись. Назло врагам и судьбам, назло врагам и судьбам, мы с якоря снялись. Ла-ла-ла-ла-ла. Песню. Очень просто. Для этого надо сначала немного пожить, не отвлекая себя посторонними мыслями. Затем немного подумать, не отвлекая себя посторонними делами. Потом немного помучиться, всего лишь несколько дней и ночей. Или несколько десятков дней и ночей. Или несколько сотен дней и ночей. И, наконец, выбрать укромный уголок, где нет ни стола, ни пера, ни бумаги. И тогда... Только упаси Бог брать обязательства, или даже тихо загадывать, или хотя бы робко надеяться. Вот тогда, может быть, песня придет сама. Владимир Ландсберг. Ой, я же профессиональный музыкант. Зеленой горы, тропа наугад и на ощупь. Кому это радость, ночные костры, и разве остаться не проще? Кому это радость?
сестры, и разве остаться не проще? И ради чего ты оставил свой дом? Отчаяние ссадин и пота. Что могут увидеть глаза за горбом последнего дальнего взлета? Что могут увидеть глаза за горбом последнего дальнего взлета? Пусть новые горы взойдут за хребтом, движение дороже итога. И дело не в том, что ты ищешь потом, а в том, что подарит дорога. И дело не в том, что ты ищешь потом, а в том, что подарит дорога. Тепло костерка, чистоту дневника, скупое, нещадное время. И то, что не названо словом пока, но властно над каждым и всеми. Выходит Дмитрий Смирнов. Стихи Арика Крупа «Этюд о суете». Проснулся к весне, оглянулся, уж осень. Сколько мыслей и слов суета задавила в зародыше. Суета у столов, суетливое сборище, нескончаемый бег. Я зарвавшийся мальчик, все стремился к себе, оглянулся, стал дальше. И не хочется петь, все старо, и не знаешь, о чем еще. И уже не
не успеть, если просят о помощи, суетою обвит, как морскую траву. Нет ни битв, ни любви, ни предатель, ни воин. Где-то плачет дитя, кто-то предан, а тот в одиночестве. Это все не пустяк, если можешь помочь еще. Ночь над миром лежит, зажигаются звезды, продолжается жизнь. Оглянуться не поздно, не поздно. Ухожу в листопад. Ухожу в листопад. Окна дома смотрят вслед, смотрят темными печальными глазами. Осень дрожью дождя пробегает по листве, пробегает по листве, роняя зависть. Медный звон в дворах, он сегодня ни по ком. Эту песню пелила ты, Дон Кихота. Ухожу в листопад, как в непокой. Драться, верить, уставать, искать кого-то. Ухожу в листопад, как в непокой. Драться, верить, уставать, искать кого-то. Боев давно утих, сорвало, как листья ветром мельниц крылья. Может, просто смешно встать с постели и уйти, чтоб беседовать в пути с дорожной пылью. Дождь струится ко мне, день от слез с утра до свет. Извините, собираюсь, очень занят. Листопад. Окна дома смотрят вслед, смотрят темными печальными глазами. Ухожу в листопад. Окна дома смотрят вслед, смотрят темными печальными глазами. Смотрят темными печальными глазами. Посвящение человеку, прошедшему войну, Булату Акуджаве. Зазеленевшей пашней ты позабудь о грамоте вчерашней, а просто оглянись вокруг, а просто оглянись вокруг, а лучше что-нибудь запой. Ты знаешь сам пройти огонь и воду, да но не всякому мусоводу, не каждый родин штурмовой. Клочок увидев голубой, не торопись считать себя везучим, еще висеть непроходимым тучем. Ты просто будь самим собой, ты просто будь самим собой. И ничего нам не списать, ни на судьбу, ни даже на погоду. Коль жребий нашему музвзводу сей мир от грохота спасат.
беречь любовь, весну, арбат, лечить сердца, и это ведь не ново, что чудеса обыкновенным словом творит наш странный медсанбат. Творит наш странный медсанбат. Не ново, что чудеса обыкновенным словом творит наш странный медсанбат. Творит наш странный медсанбат. Смирнов, который сжег за собой все джеки, на смену Дмитрию Смирнову спешит, с одной стороны, конкурент мне по нынешнему конкурсу московскому авторской песни, а с другой стороны, говорят, хороший юрист. Так что я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену Николая Алтухова. Обслуживание по высшему разряду, пока ставишь микрофон, уже включили гитару. Я проверю, безусловно. Но звук, да, голос вроде есть. Гитары даже слишком много, я бы сказал. Добрый вечер. Я надеюсь, что та песня, которую я хотел спеть первой, продолжит тему, начатую предыдущим исполнителем. Потому что к этой песне даже эпиграф из Акуджавы. Но это не буду. Может, без эпиграфа? Тебе эхо лестницы, шорох перин, мой звонок в коридоре, несмелый, смешной и короткий полутемный подъезд, что впервые нам дверь отворил, и стихи о любви на клочке папиросы коробки. Я оставлю тебе листопад, 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 запах майских ночей и помятый в пути треугольник. Может, вспомнишь тот взгляд и ответы мои не впопад. Из чего не поймешь, станет грустно и чуточку больно. И вернуться на миг
эхо лестницы, шорох перил. Мой звонок в коридоре, несмелый, смешной и короткий. Может, вспомнишь слова, что, прощаясь, тебе говорил рыжий парень в зеленой, нелепо торчащей пилотке. Может, вспомнишь слова, что, прощаясь, тебе говорил рыжий парень в зеленой, нелепо торчащей. Тяжесть забытья, тягости житья бытья, пока не вольный не разбудит. Па-па-па-па, па-па, па-па-па-па, па-па. И вновь захочешь, не захочешь, ты объявляешь день рубя. Он отделяется от ночи, начинается с тебя. Ах, как ты юн в его начале, каким окажешься в конце, что будет на твоем лице, когда тебя он измочает. Па-па-па-па, па-па, па-па-па-па, па-па. И может, ты не в настроении, всему труба, но полк на общем построении, и на губах труба груба. И дело вовсе непростое — заставить петь простую нить, но это надо бы нас уметь, иначе мучиться не стоит. Па-па-па-па, па-па. Суетной во сне, малыш, возьми.
зими мои паруса, весь мой такелаж осени, весь мой такелаж. Сказка хмурым днем удачным в меру. Я иду по Астраханской вдоль ограды универа. Курс второй, а может третий, никуда спешить не надо. Октября недобрый ветер с ног сбивает листопадом, но в своей броне Болонье сам себе доска почета. Что к труду, что к обороне, что с попойки, что с зачета. Но зажав тоску по чуду, мне ж не выгрести иначе, ведь расти уже не буду, а жалеть еще не начал. Стоп, не надо суетиться, все ведь не было так просто. Переберется не проститься, возвратимся к перекрестку. Третий курс, осенний полдень, в попыхах ломая стержень. Пишем, пишем все, что помним, ничего в уме не держим. Дребезг стекол, грохот жести, желто-красный, деревянный. Без ремонта лет по 200, вправо-влево точно пьяный. Меж тюрьмой и маслобойкой, не в очах нощего сквера. Что там дальше, птица тройка, ах, ограда универа. Повторяем без запинок, в жизни нет пути иного. Это цирк и крытый рынок, это площадь Усинова. Путь скелет глушилки мачты, весь кладбищенской ограды. Вот кольцо на третий дачный, кружку пива и обратно. Стоп, при чем тут кружка пива? В 6-м году испятил, все нормально, день тоскливый. Отца поймал приятель, с этим счастьем не ужиться. За штаны его подергай, брось трепаться сослуживцем. Вон ползет его пятерка, шелест пойманной подсказки. Три задачки, два примера, и вперед по Астраханской, до ограды универа, на троллейбусных запятках, на гремящем самокате, по асфальту, по брусчатке вниз, насколько духу хватит. Там полулицы разрыты, шаг меняет водопровод. То, что физия разбита, для доски еще не повод. Пусть в крови, в нелепой позе, но зажав тоску по чуду, одна бабушка на взвозе, полно топчутся верблюды. Стоп, отпирили и баста. Стоп, курить тебе не рано. Стоп, ну кто так вяжет галстук? Стоп, прощайте, Марья Ивановна. Стоп, опять приперся поздно, поцелуй еще награда. Третий курс, осенний полдень, никуда спешить не надо. Дом на Вольскую фасаду, серой глыбой над бездной, никуда спешить не надо. Ты приплыл, дружок любезный, с этим счастьем не ужиться. Видишь, как на лютом сером день заботливо ложится. Награду универа, и уже не слышно сотни, и уже не видно тыщи. Серый смерч сложил и отнял, никаких следов не сыщешь. Но жива доска по чуду, жил и жалость лупит хлестка. Слава Богу, цел рассудок, возвратимся к перекрестку. Стоп, не надо обольщаться, нет чудес за гранью детства. 5 минут, чтоб попрощаться, полчаса, чтобы глядеться. День под вечер, путь далече, хлеб надежды, посох веры. Сожми рукой покрепче, рут ограды универа, и вперед по Астраханской, и вперед по Астраханской. И тишина придет такая.
что слово выдохнуть грешно. И лишь глядеть, глаза закрыв, как снег ложится и не тает, следы спокойно заметает того, кто выпал из игры. Погаснет мир скупых чудес, рукой неверной нарисован, и сразу станет невесомым все, что пока имеет вес. Уйдут, отымаясь в стороне, осиротевшие печали, как их почти не замечали, так вряд ли вспомнят обо мне. Ну что ж, пора в недальний путь, подняться, лесенку приставить. Нет, не могу себе представить, чтоб здесь я жил когда-нибудь. Но вот ведь дело, снег в окно, весь снег небес только в этом. В других же окнах будет лето, на встрече так заведено. В свете так заведено. Когда меня спросит кто-нибудь, чего я действительно сделал полезного в жизни, я найду, что ответить. Я скажу, открыл людям, автора и исполнителя, Евгению Степанову. Все так же истинный туман
видно далеки. А я, пожалуй, не из тех, кто крест свой тащит до конца, хоть до утра, хоть до стиха, хоть до строки. А я, конечно, не из тех, кто крест свой тащит до конца, хоть до утра, хоть до стиха, хоть до строки. Первое отделение. От себя вам обещаю, что второе отделение закончится очень прилично. Очень. А не как обычно. Да. Второе отделение совершенно фантастическое. Пожалуйста, оставайтесь. В любом случае, мы вам очень благодарны, что пришли. Вы. Очень, по-моему, все тепло и хорошо получается. Единственное, что, к сожалению, помещение тоже нужно оплачивать у города, скажем так. Мы тут все друзья, но нам нужно оплачивать. Понятно. Вот, и поэтому неплохо, если мы по чуть-чуть скинемся, шляпа стоит на кассе, на выходе, на покурить или сбежать отсюда. Можно туда что-нибудь бросить, спасибо. Так, про кота. Кошачий вальс. Капли по стеклам, азбукой ноль, крыша органом летит. Светлая личность, мартовский кот, есть тут такой один. Пой, мой кошан, всю ночь под окном нежный ноктюр тоски. Пой, да июль, а там махнем вместе на соловки. Пой,
июля все нет, нет странен времен покой. Темной личности мартовский снег, есть тут один такой. Дай, мой снежок, заклинаю, дай, в лету себе теки. Кончится этот дурацкий тайм, дернем на соловки. Тернемся сквозь бурелом и былья, видишь, как поутру рвется на север стая былья, на балконном ветру двинем по ветру. Ну, а пока кажется мне не зря, пробуем скрипки на чердаках, пальцы свои зубы. Тоски, пой до июля, а там махнем вместе на соловки. Спасибо. Давайте сейчас каждый взглянет на свой телефон или на свои часы, кто еще от них не избавился и не потерял, и отмерим. Ну, будем считать, что 10, но ровно через 15 минут мы постараемся начать. Вот у меня сейчас 20.50 ровно, у нас все точно. В 21.05 по моим часам мы начнем второе отделение. Принесу публичные извинения за ноктюрн вместо коктюрна. На сцену хочу пригласить, и для этого даже встану, потому что иначе это сделать нельзя, фантастическую для меня совершенно легендарную личность. Дело в том, что в гимназии 1543, которую закончила Алина Михайловская, а также другие очень приличные авторы-исполнители, много лет, уже больше 25 лет, существует гитарная школа под управлением Виктора Кузнецова. Долгое время они делали ее вместе с покойным ныне Виталием Дмитриевичем Арнольдом. И вот из этой школы, честное слово, выходят одни из самых интересных в жанре молодые и не очень молодые, но только-только созревшие как исполнители именно авторской песни. И вот руководитель этой школы, которого я ни разу не видел за 7 лет, потому что меня туда ни разу не позвали, но мы не злопамятные, и Виктор Николаевич с огромным удовольствием приглашаю на сцену. Сразу, хотя и довольно рано мы родители мои оттуда, в общем, уехали, но тем не менее там периодически приезжал до совсем недавнего времени. И как раз вблизи от мест, которые здесь описываются, мы жили. Да,
Да, значит, здесь есть название. Саратовский вальс или Миша Данилова «Человек с ошибкой в паспорте». Я в эту землю сеян, я в этой земле корнями, линяю цвету и здравствую с июня и до маёв. Здравствуйте же, сливоглазые блинокепки, братья-армяне. Вашего здесь крытый рынок, все остальное мое. Все остальное мечется, плачет, грустит, смеется. Пыльная и взъерошенная, как тополей чешуя. Это не покупается, это не продается. Так что пользуйтесь даром, здесь угощаю я. Жрите свои бананы, трешками утирайтесь. Я же почти не голоден, нет денег, поеду без. День подарил мне маленькую, но фирменную радость. Я почти безболезненно в нужный автобус влез. Я почти безболезненно редко бываю пьяным. Я почти безболезненно трезвым влезаю в жизнь. Пью же я исключительно с Мишкою Даниляном. Кстати, во всем вышесказанном мы с ним давно сошлись. Невезуха поражает, не пацан, а влип. Синий ящик не рожает, почта не велит. Надоел себе порядком всех во всем виня. Ночь шарманки рукоятку отняла у дня. И мелодия сырая вертится в башке. Па-па-па-па-па-ра, па-па-па-ра-па-па-па. Это мой почта играет на своем рожке. Да-ну-да-ну-да-ну-да, да-ну-да-ну-да. Следующая песенка называется «Сказка с хорошим концом». Мы когда первый раз сделали в совершенно незапамятные времена, у нас, так сказать, даже, по-моему, еще не на школе, а просто в самой компании, такую программу по песням Берга с участием присутствующего здесь Саши Попкова и, например, отсутствующей здесь Лены Чепан, тогда, помнится, обсуждали мы, что название нужно понимать буквально или совсем наоборот. А эти домишки когда-то росли на горе, но к морю сходя, вдруг однажды навеки застыли. Лет 200, так словно под утро, ни ветра, ни пыли. Ни злобы, ни зависти, жалко, что лишь на заре. И утренней лошадью в город въезжал Аполлон. И лошадь плясала, а в городе жизнь воскресала. Со всей колесницы топленой капало сало, пригреты слишком уж щедрым хозяйским теплом. И дружно дворняты вывешивали языки, не злые, а мокрые узкие флаги собачьи. И прячась в тени, за кобылой бежали тем паче, что некуда было больше им было бежать от тоски. Нет, было куда той тропинкой, что шла сквозь леса. Велась по ручью, с каждым шагом другая, но та же. И девочка грустно кораблик несла на продажу. Но кто-то уже заприметил его паруса. Знают, но для формальной полноты все-таки, так сказать, расшифровка имен собственных, ну, я, то есть я произнесу, хотя я говорю, что наверняка большинство, если не все, знают это все и так. Значит, Дима Киммельфельд, Валера Сергеев, Илья Ченцов,
ты, Владимир Каденко, которому, собственно, эта песенка и посвящена, и я, понятное дело, Владимир Ландсберг. Надо мною ни капли и снизу не пыльно. Всех делов полежи, побеги, посиди. В наш дежурный театрик повторного фильма то, что крутит и Влад, где я посредин, где я посредин. Старая добрая лента, то ли весна, то ли лето. Дима, Валера, Илья, ты и я. Мы теперь, кто развенчан, кто напрочь развенчен, кто не сослан, но просто наказан сполна, как диковин и как удивителен нынче тот, кому не мешает седьмая струна. Седьмая струна. Все-то мы знаем, да вот что, часто хандрим в одиночку. Дима, Валера, Илья, ты и я. Иногда наши песни от нас ускользают, и друг друга цитируем словно в бреду. Видно, души на время меняют хозяев. Это ж здорово, переселение душ. Переселение душ. Так все до чертиков пестро, так все до чертиков просто. Дим, Валера, Илья, ты и я. Ничего, ничего, ничего не забыли мы. Если хочешь, в любую погоду приди. В наш дежурный театрик повторного фильма, что заводит не Влад, где я посредин, где я посредин. Старая добрая лента, то ли весна, то ли лето. Дим, Валера, Илья, ты и я. Довольно буквально, ну, понятное дело, что автор такой задачи не ставил, но получился он довольно буквально про меня. Я пишу не то, что Владимир Исаакович писал, но как и он в свое время, ну, правда, компьютер меня, конечно, добил, но на пишущую машинку я так и не перешел, ну, по многим причинам, да, в общем, идет об авторучке. Я, не уставая, стенографирую эту жизнь. То, что было вчера... Сейчас. Прошу прощения. Я, не уставая, стенографирую эту жизнь. Но в овале, через который я смотрю, постоянно все меняется. И то, что было вчера поутру, сегодня не повторяется. И я не успеваю стенографировать эту жизнь. Мне советуют знакомые снобы пресс-систему поменять. Дескать, Люмьеры, Ундервуд, Эдисон придумали кое-что получше. Но куриный почерк на треснутый голосок старой моей авторучки застенчиво, но снова и снова убеждает в обратном меня. А я не дитя, да и жизнь не ясли, понимаешь, творье и творье. Ну придумал, ну записал, главное ведь что, а чем в конце концов побочно. Но когда рукою ощупываешь сам каждую вымученную строчку, становится совершенно ясно, что вот уж это сугубо твое. И я
не успеваю стенографировать эту жизнь. Ведь то, что было вчера поутру, сегодня не повторяется. Я консерватор, я верен перу, и оно, как умеет, старается. Но мы не успеваем стенографировать эту жизнь. Виктор Николаевич Кузнецов. Вы знаете, как любят повторять мои родители, на детях природа отдыхает. Хорошо, что в семье у Виктора Николаевича все совсем не так. Дело в том... Ой, сказал Виктор Николаевич, уже всплакнул. Нет. Так вот, в данном случае в концерте принимает участие совершенно фантастический гитарист, тоже легендарный, как я его люблю представлять, а он этого как раз очень не любит. Нет такого автора в авторской песне, которого не смог бы поправить, чью игру, чью исполнение. Не мог бы поправить Лев Кузнецов. Нам еще понадобится. Я на самом деле искренне благодарен Андрею за то, что речь зашла про 43-ю школу сегодня так уж часто, потому что именно в стенах этого заведения, например, я услышал впервые Берга в формате сольного концерта. Концерт делал все тот же Виталий Дмитриевич Арнольд, которого сегодня уже вспоминали. Концерт довольно сильно меня, как я думаю, большинство присутствующих, изменил. Какое-то количество не только новых песен я оттуда вынес, что понятно, но и каких-то новых вообще ощущений, как жизнь устроена. И еще, коли уж мы вспоминаем людей, причастных к, то, слава богу, жив и здравствует, но, к сожалению, приболел и не смог сегодня сюда прийти, Михаил Романович Геллер, который для меня, в общем, исполнитель Берга номер один, лично для меня, он мне показал одну очень интересную штуку. Именно он мне показал, что Берг, кроме всего прочего, был глубочайшим и тончайшим композитором. И в том, что он писал как музыкант, можно и, на мой вкус, нужно копаться и нести. То есть при всей внешней, казалось бы, антимузыкальности берговских песен, на самом деле композиторского замысла на 10, на 20 авторов. И вслед за Михаилом Романовичем я по мере своих скромных сил пытаюсь хотя бы не потерять то, что Берг сочинил именно в композиторском смысле. Этюд в сумерки. Почти прошел. Нас сумерки качают пеньем сдавленных пружин. И день уже не день, а ветхий пыльный дилижанс. Ночь. Возница спит, и экипаж плетется наугад. Дорога, что змея, булыжник, чешуя.
лишь наши добрые дела. День, как много он сулил нам, как он нас околдовал. Как лихо он был прожит, как казалось, все легко. Фотограф выставил декор, лишь голову просунь. Что змея, лыжник, чешуя. Сомнений нет, да, это наши добрые дела. Куда ж ведет дорога и куда хотелось нам? Последним вагоне отмашку дает всему, что уже не касается больше меня, всему, что так долго душило нехваткою слов, всему, что похоже и ныне заглотку берет, всему, что тяжелым болотом к нам приросло. Ни шагу назад, что ж с тобой, ни шагу вперед. Ни шагу назад, что ж с тобой, коль ни шагу вперед. Но надо же было однажды к чему-то прийти. И день наступил беспощадный, хрупкий, зубаст. Теперь-ка попробуй запрячься, держи, запрети. Дай Бог дотянуться, такой ведь еще и не даст. И долго за поездом ветру кружить шелуху, обрывки бесцельно растраченных весен и зим. И черт с ним, что некому вывалить, как на духу. И слава тебе, Господи, цел, и кажись невредим. И слава тебе, Господи, цел, и кажись невредим. На запад, на запад, на запад в огонь. И там под закатом неистово раскалены. А рельсы качают, качают, качают вагон, разматывая перед поездом новые сны. И теми же рельсами гонится степь по пятам. Толь череп местами в колосьях, местами пляшит, толь плоская земля, разменный питан. И наоборот, навстречу мне кто-то спешит.
На обороте навстречу кто-то спешит, кто-то спешит. Лев Кузнецов. На огонь и воду, по-моему, смотреть довольно скучно. Вот на Левины пальцы. Список моих полезных знакомств пополняется, хотя я сегодня всех так представляю, что непонятно. Может быть, наоборот, сокращается. Тем не менее. Когда у меня возникнут психологические проблемы, то бишь в ближайшее время, я обращусь к Ирине Алферовой. Мне тут посоветовали упасть в обморок перед выступлением. Я прикинула, да, подумала, что это нужно еще дольше репетировать. Поэтому я все-таки спою. Песенка о безвремени. Расстроена. Так будет получше. Помог бы кто-нибудь в моей беде, мне ответил, который на дворе сегодня день, каков сегодня ветер, пустынна крыша дома моего, ни флюгера, ни флага, да и под крышей тоже ничего, лишь чистая бумага, и перья спотыкаются в бреду, в чаду кромешной мути. Идиотскому труду рифмуйте, друг, рифмуйте. Разменена эпоха, но уют ушла, не наверсталась. Что ж, от безделья тоже устаю, валяйте ж про усталость. А может, к черту тощую тетрадь и лист, что наспех выдран. Бывает время камни собирать, зачем там будет видно, и только то забор, что дальний путь, ни сна, ни благодати, все будет невзначай когда-нибудь. Страдайте, друг, страдайте. Пробел в образовании довольно большой в том, что касается творчества Владимира Исаковича. Я поэтому вот так начинаю. И я очень люблю петь колыбельные. Вот. Если все сейчас заснут, я буду считать, что это успех. Mm-hmm.
человечек, спать забрался в саду. Поработать немного анестезиологом. Просыпаемся, да? Вот если у вас еще остались какие-то проблемы, не дай бог, значит, я, кажется, не сказал, что перед тем, как рожать детей, можно посоветоваться с Евгенией Степановой, поскольку это акушер-гинеколог, больше акушер, чем гинеколог. А вот если вам, например, нужен еще кто-нибудь, то можно 22 апреля прийти в клуб «Высоцкий». Там будет некое объединение, очень хорошее, в котором я состою и за базар, так сказать, отвечаю. Так вот, «Врачи без халата» называется, это 22 апреля день. Это клуб «Высоцкий», и это благотворительный концерт в помощь хосписа «Дом с маяком» детского хосписа. Если даже вы не попадете на концерт, просто зайдите на сайт, пожалуйста, «Дома с маяком» и ознакомьтесь с тем, как можно помочь этому предприятию. Я ему очень доверяю и его очень люблю. А сейчас я на сцену приглашаю еще одного преподавателя из Центра авторской песни по гитаре, который, наверное, тоже обидится, если его назвать профессиональным музыкантом, да, ни в коем случае. Хорошо, тогда скажем, что просто великолепный программист. Алексей Марченко. Программист, чуть-чуть меньше. Спасибо.
Я не знаю, что делать. Помоги, старина. Посоветуй. Не ищу я ни денег, ни жены, и ни нового света, ни в осеннюю полночь, да звенящую тонкую нить, чтобы главное вспомнить, и чтоб все остальное забыть. Чтобы главное вспомнить, и чтоб все остальное забыть. Паутину и плесень, город грязи и крашеной скуки, тесный круг старых песен и далекие нежные руки, темные улочки тайны до дождливых ночей забытье, до раскрытые ставни на бессонном окошке ее, до раскрытые ставни на бессонном окошке ее. Все, что было, исчезло, все, кто дорог, колеса умчали. И старик, если честно, что-то плохо мне спится ночами. И на небо ревое в ожидании гляжу я с утра. И работа, работа, и отложенных строчек гора. И работа, работа, и отложенных строчек гора. Я не знаю, что делать. Помоги, старина, посоветуй. Пошибали задубелые колодки, все канаты якоря пообрывали, и продрав запутиненные глотки, изготовились рты, пораскрывали. Тут куда ни глянь, такая заваруха, взять бы шахмат в духе классовых традиций. А башка раскалена, а горле сухо, и патетикой убей не разродиться. Как тут сообразоваться с чувством гражданского долга? Надо ж лететь так по-идиотски к цели заветной приблизить. Этак-то, братцы мои, с голоду вовсе подохнуть недолго. Чудненько так все было, на тебе, братцы. Творческий кризис. Просто что-то не кончается вовсе. Просто весь трамвайный график нарушен. Просто день с размаху хлопнулся озимь. Звезды в стороны и темень наружу. Просто листья шелестят, спасу нету. Просто ты кого-то ждешь, не дождешься. Все гадаешь, где б я мог заблудиться. Тут я в кресле задремал, успокойся. Вот осядет на развалинах пылища, полетав дымы, улягутся устало. Приземлюсь я на знакомом пепелище. Рассудить, о чем теперь вещать пристало. Всех шлабов до одного прах развеян. Все свои любых времен, как тут и были. Вот ведь счастье, а прикинуть трезвее. Тема к теме, все отвратны, любые. Как тут сообразоваться с чувством гражданского долга? Надо ж лететь так по-идиотски к цели заветной приблизить. Этак-то, братцы мои, с голоду вовсе подохнут недолго. Чудненько так все было, на тебе, бац! Творческий кризис. Только спят в музее вирусы гриппа, только в булочных поют до рассвета, только дворник, очумев с недосыпа, самогон перегоняет в конфеты, только падает снежок на ресницы, только ты кого-то ждешь, не дождешься. Видно, я забыл дорогу до дома и уснул на берегу Амазонки. Кризисную тему. В Анапе не ждут, из Одессы прут, в войну играет Пицунда. Батуми, задом поворотясь, смакует кофе глясе. Кто смел, околачивает грейпфрут.
траверзе Трабизунда. А кто не успел, разевает пасть на траверзе Туапсе. Когда ни горбушки и ни гроша, куда деваться повстанцу, пригнав свой некогда грузный корабль, что ныне лишь грозный скелет, и рвется измотанная душа в веселый город Констанцу, где нет привоза, где нет ни шиша, но опера и балет. Там правят вечный свой карнавал, весомо, грубо и зримо, средь плеска фитяски и цоканье пули, стремясь забыться скорей. 100 000 импортных молдаван, прямых наследников Рима, под старый рояль, чей облупленный руль не старый крутит еврей. Сквозь дым фиесты ты гонишь рояль вдоль плеска ее и треска, и тешит душу штанов белизна, и тугриков до хрена. Но время по капле украдкой края ты шлёшь из Визе-Венеску, чтоб где-то на 5 минут приткнуться у щелина. Встречая, что у кого болит, чьи болят суставы ржавы, мы замечаем, что нам везет. Не так все страшно пока. Хоть я ветеран, а ты инвалид распада гнилой державы, за что исподобились высшие за льгот воли валять дурака. Но вот, проскакивая Мендельсон, сворачивая в пучине, ты видишь то, что ты там рулевой, еще не факт, что жилец. И если все ж на судьбу не зол, то разве по той причине, что есть награда и нам с тобой, Сазанка, да и гулец. Как редкие зубы торчат огни, ночная память безлюдна. Затих на обочине автотурист, вздремнувший на коротке. В итоге болтаемся мы одни меж Керчью и Трапезундом, без жен, без комплексов, налегке на спичечном коробке. Я не заканчивал гимназию 15-43. Значит, вот, дело в том, что следующая песня посвящена человеку, который связан с тем коллективом, благодаря которому я познакомился с творчеством Ландсберга. Это произошло в 91-й школе. Значит, героями следующей песни, как выяснилось, по рассказам, являются мои одноклассники. На момент разучивания этой песни я этого не знал. Баллада об Икаре с Туапсинского побережья. Пока расправил крыло, повел не смело, лет 18 прошло, совсем стемнело, к тому же лысый хребет, по-русски силам и в довершение всех бед. Скидмей схватило, ну что ж, хотел полетать, ходить не вредно, прособирался лета, просрочил время, короче, взмаха руки. Верская слава, зато зажглись огоньки, зато зажглись огоньки, огоньки внизу чуть справа. Подбежала у ног, потом пропала, и я поехал как мог. На чем попало, 3 года несся, летя, ломая крылья, они остались в когтях. Засопорили, остановил меня ствол ледного граба. Я встал, боком пошел, походкой краба, чуть загребая ногой. Заметил вскоре, был не в долине огонь, был не в долине огонь, а огонь, а где-то море. Я не то чтобы чудак, гляжу, не вижу, но мне б хоть эдак, хоть так, к теплу поближе и до зари разгребя. С 2 мили слеги я обнаружил себя на диком бреге, и был я счастлив почти. По шну кружила, и был одет я в очки, да лист инжира, лишь в воде мелкий сор, да кровь из ранки, а он ушел на Босфор, а он ушел на Босфор, на Босфор, индийский танкер.
подъезда, а точнее выбегает, нет, скорее вылетает мимолетное видение 9 неполных лет. И несется над брусчаткой, в кулачке зажав рубль 20. Это больше, чем буханка, это взрослое доверие, так что молодость пустяк. Через месяц или пару, точно так же рано утром, у соседнего подъезда вдруг рванется первый спутник и исчезнет в вышине. Он быстрее мотоцикла, тяжелее любой буханки, это больше, чем надежда, и несет умел 20. А пин тот шесть жет капе, а она себе шагает по горячему асфальту, и полдеют тротуары от рассеянной походки и высоких каблуков. А ее вальяжный спутник не выносит мотоциклов, и буханок за рук 20, он прилично обеспеченный, сверкает, как пин тот. А его наивный кореш, в три погибели согнувшись, в тесной капсуле несется, что-то смутно вспоминая сквозь накаты тошноты. То ли инструкции начальства, то ли кнопку катапульты, то ли вкус ржаной буханки, то ли некое видение на высоких каблуках. Она уже обратно возвращается с победой, эти полные авоськи исполнения желаний, воплощение мечты. В кошельке ее 2.40, что равняется примерно 10 буханкам хлеба, театральным двум билетам, правда, стоит ли об этом, или палки колбасы. А один ее знакомый в замусоленном скафандре, завершив ремонт антенны, тихо спит на верхней полке тесной станции «Салют». И в ее иллюминатор изнутри ярко светит керосиновая лампа, как сели батареи, и не крутится движок. А она неторопливо добирается до дверцы, за которой ни буханок, ни копеек, ни улыбок, только нитроглицерин. А над крышей пологой тарахтит последний спутник у космической державы в редикюле рубль 20. Полный, стало быть, пин тот. Но осталась под прилавком неразменная буханка и несется над планетой оголтелая надежда, так что черт его поймет, что на свете происходит и кому все это нужно, и во что все это выльется и выльется когда-нибудь. Ведь на все не видать. Алексей Марченко. Моя мама говорит, что я хорошо веду концерт. А Мария Кочеткова говорит, что мне может понадобиться помощь моего папы, то бишь травматолога. А на сцену я с огромным удовольствием приглашаю Марию Пилюкову, которая тоже начинала как юрист, а теперь продолжает как музыкант. Мария Пилюкова. Ветер.
Снова думаю, что заберу с собой, что не вправе оставить полосатый конверт наугад любой, невесомый, как память. За ночь выпавший снег и волшебный свет зимней улицы скользкой. Из всех моих улиц последних лет три квартала на Вольской. Из всех моих улиц последних лет три квартала на Вольской. Снова сердце скомандует от винта. Поцелуемся, что ли? А недавно мой друг улетал вот так от навязчивой боли. Он немного грустил о родной степи и по-детски, как прежде, бормотал в самолете свои стихи. О какой-то надежде бормотал в самолете свои стихи. О какой-то надежде. Ничего не придумать, молчанье уместней, но в молчанье ином не сыскать тишины. Это просто тоска по оборванной песне. Просто песни не стало, а звуки слышны. Все же звуки слышны. Как не заперты двери, все оставив, входя, ты уже налегке правишь тайную службу оставленной вере. Бог развенчан и курит себе в уголке, но уже над дорогой твоею незримо потянулись, петляя, к закатным краям. Этой песни тоска, запах этого дыма. Это тонкая ниточка, память твоя. Увидишь мятежный огонь голубой, а
если упустишь из виду, постой, наугад не спеши. Не близкая эта прогулка, недаром зовется судьбой. Не близкая эта прогулка, недаром зовется судьбой. Наш концерт плавно переходит к завершению. И, если можно, две минуты серьезности. Дело в том, что для меня Владимир Исаакович Ландберг — это некая мера порядочности и искренности. И вот если человек может петь или слушать Владимира Исааковича, то значит он свой. И очень здорово, что благодаря Антону Шиловскому, Юлии Шиловской и благодаря Игорю Белому
И благодаря ребятам, которые сегодня пели, мы с вами вот нашлись и хотя бы на один вечер объединились. Спасибо вам большое. Отдельное спасибо нашим видео- и фотооператорам, которые все это дело увековечивают. А завершать концерт будет один из, с одной стороны, моих любимых авторов-исполнителей. Представить, что я его буду объявлять, было совершенно невозможно еще пару недель назад. А с другой стороны, по-моему, один из самых верных трактователей Владимира Исааковича, впрочем, судить вам, Антон Арнольдович Трофимов. Ты же знаешь. Не горжусь я. Осторожно, друг. Добрый вечер. Вот у человека, не могу сказать, что мне выпало удовольствие. Я его вырвал зубами. Удовольствие закрывать этот концерт. Потому что, когда ты последний, можно сласть поговорить. Андрей совершенно справедливо сказал, что Берг – это мера какой-то искренности, мера теплоты, мера, не знаю, какой-то очень соразмерный сердцу и душе жизни. И действительно, по песням Ландсберга узнаешь своих, по тому, как они у каждого звучат, как они в нем воплощаются. Это удивительное свойство берговских песен. Они никогда не бывают, ну, если человек, так сказать, им созвучен, то они никогда не бывают ему тесными. Даже если он в них что-то меняет, он все равно это делает как-то очень в рамках, очень логичным образом, потому что чаще всего делает это неосознанно. И последнее, что хотел сказать, вот как раз стоял, слушал и вдруг понял, что когда мне хочется поговорить о философии, то почему-то я начинаю петь Висбора. А когда мне хочется поговорить просто вот так вот о тебе и обо мне у костра, лучше, чем берговские вещи, ничего не придумалось. Ду из послезавтра во вчера, вьюга моя, вьюга, с виноватой мордой шкалера возвращаюсь в угол. Сколько дряни вычерпал со дна угол свой ругая. Истина одна его стена, вымысел другая. Истина одна его стена, вымысел другая. Заметно едва, где-то чуть повыше, все тянулся кругом голова, да в длину не вышел. Отодвинусь, что ж теперь терять, пусть кто хочет смотрит, как зимой травы чудную прядь.
опять треплет ветер с моря, как зимой травы чудную прядь. Треплет ветер с моря. Лепестки у теплого виска нежными раями, прихотью рожденная весна, продолжение яви. Узенькая щелочка в стене, да расти не светит. Кто же обо всем расскажет мне одному на свете? Кто же обо всем расскажет мне одному на свете? Рок ты мой по имени Возврат, надо мной повисни, хоть и с послезавтра во вчера, хоть и с после жизни. Отхожу на несколько шагов, нехотя и туго, но опять едва ли не бегом возвращаюсь в угол. Но опять едва ли не бегом снова.
о беде, что снова о беде. Все напасти накликай. Одиноко режут волны золотые фонари. Фрезигрант, простите, кто она такая? Одиноко режут воду золотые фонари. Фрезигрант, простите, кто она такая? Может, странно, но признаться, я совсем ее не жду. И в ночи ей фонарем махать не буду. Просто каюсь, не расслышал в лихорадочном бреду, как зовут мое обманчивое чудо. Просто каюсь, не расслышал в лихорадочном бреду, как зовут мое обманчивое чудо. Два весла и скрипа ключи, и восток светлее чуть-чуть. Может, вовсе мне искать ее не надо. Просто мне в бреду казалось суждено когда-нибудь обнаружить, что не сбывшись рядом. Просто мне в бреду казалось суждено когда-нибудь обнаружить, что не сбывшаяся рядом. Это только расставание, как не жаль, но навсегда. Вот и все, прощай, не мучься и не мучи. Два весла и скрип уключен, и тяжелая вода, и под банкой анкерок на всякий случай. Два весла и скрип уключен, и тяжелая вода, и под банкой анкерок на всякий случай. С тобой, беспардонные породы.
на своих, и у самого порога. Дремлет речка, минуемый Стикс, дом на своих и у самого порога. Дремлет речка, минуемый Стикс, старый вущик, перерезанная глотка, плюнул брани в окна заспанным домам. На всей реке единственная лодка отвалила в омерзительный туман. И на всей реке единственная лодка отвалила. Любопытство, не читай на занавес, сверлит стекла заведущие глаза. Чем живет он, старый хрыч, кого он увозит, от чего он всегда пустым идет назад? Мне это все равно, живу, пока живется, жнут осень, не вдаваясь, век какой. Нитка дней моих все тянется, не рвется, но зачем-то исчезает за рекой. Что ждет этого загадочного деда, что за реку перебрасывает нить? У меня к нему совсем другое дело, на пальцах. Ничего не объяснить. Просто в день, когда в тумане из-за Стикса, вдруг почудилось, что слышу песню твою, будто сам к себе оттуда возвратился. Да таким, что сам себя не узнаю, будто сам к себе оттуда возвратился. Да такие, что сам себя не узнаю. Глаза наши после дождя.
этот мир, голубой, голубой. В этот легкий пока еще груз, что там думать, впрягись и тяни под гитару про осень, про дождь, про любовь, про любовь. Все темнее и темнее, ощетинится зубы оскалив. Такой ни живой, ни живой, вот тогда-то не дай тебе Бог хоть на миг в этом царстве теней разлучиться с твоей синевой. Что давно мы не виделись, старче, плевать. Каждый вздох, каждый шаг во мне слышен за тысячу тысяч локтей. Ты молчи, ты тихонько греби, ты под солнцем тогдашним поти. Может, снова на нас не зайдет синева. Раздаются пульс животы, когда в ихних мещах колец, мы, кряхтя, примостившись на банках, дележку затеем опять и смехнув мифологию снова, оставим себе ингулец, может, что-то покатится, успеет. Сегодняшнего концерта очень хочется спеть одну из первых песен, с которым я вообще познакомился в творчестве Владимира Ландсберга. Это было 30 лет тому назад, буквально через несколько дней исполнится ровно 30. Это был юношеский фестиваль в городе Ульяновске, на котором и, собственно, Берг бывал, и мы потом там с ним встретились. За песнями появился вполне реальный человек, но нечасто случающееся чудо, человек оказался совсем таким, как его можно было представить по песням. Неуверенный монолог. Что день, что вечер, и опять что день, что вечер, твой мираж. Но он не вечен, заколеблется и он, пожалуй, да. Обнимет снегопад тебя за плечи и уйдет подальше от меня в страну былых времен. И вот по тверди припорошенной и мерзлой ты уходишь. Все так просто, все хорошее во тьму, пожалуй, да. Отходит, остаются сны да монстры, блажен святой Антоний, я порой завидую ему. Блажен, кто верен миражам и сновидениям, для кого ночные бдения в вашей испорченной крови, пожалуй, да. Прощай, как говорится, мимо денег, чекай свою монету, не спеша, не мучайся, живи. Пожалуй, да. Прощай, как говорится, мимо денег, чекай свою монету, не спеша, не мучайся. Большое спасибо всем вам, кто сегодня пришел сюда, потому что ваши взгляды, ваши аплодисменты, ваше подпевание в полголоса поддерживало всех участников сегодняшнего концерта. Спасибо огромное Игорю Белому за комфортный звук на сцене и за приют нас в этом замечательном месте. Спасибо Антону и Юрию Шиловским за то, что им пришла в голову такая замечательная идея. Спасибо Андрею Копенкину за то, что многие сегодня узнали о себе так много нового и неожиданного. И громадное спасибо Владимиру Исааковичу Ландсбергу за то, что он всех нас, нам с вами подарил.